Ребятки, новая посылочка, которая весит совсем ничего, стоит 0.01 долларов. Я, кажется, подозреваю, что это, но пока не буду спешить с выводами. В общем, открываем и смотрим. Bicycle, Chires, что-то там. Сейчас скажу, оно не оно. Ну, да-да-да, это оно то, что я думаю, только я не знаю, зачем оно мне заказал. Не поверите, за какую стоимость. А, тут всякие переходнички, короче, накачивать мячик, переходник на насос, сниппеля там на евро. Короче, вот эта штучка мне стоила 23 копейки с доставкой в Киев из Китая прямо домой. 23 копейки, не поверите. Я не знаю, зачем я его заказал, но 23 копейки мне что-то жалко не было. В общем, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заходите в нашу группу, на наш сайт, короче, заходите везде, сюда, короче, все, всем пока.